Далее погода. У нас для вас хороший прогноз. Всем привет! Расскажу о погоде. Ну, вы, в общем, сами все видите, а прогноз таков. В Норильске минус 4, минус 6 и снег. В Москве без осадков, просто пасмурно и значительно теплее, до плюс 13. У нас 0, минус 3 и осадки в виде дождя со снегом синоптики тоже обещают. Пусть громко барабанит дождь или тихо падает снег, погода не потревожит ваш сладкий сон, если вы правильно подобрали постельные принадлежности. Дышащие, теплые, легкие одеяла, правильные подушки с эффектом памяти, экологичные и комфортные. А еще они очень красивые. Засыпать и просыпаться очень важно, с хорошим настроением и радостью. А видеть свою постель под шикарным покрывалом, стильным и ультракачественным, приятно вдвойне. Все для идеального сна в галереях домашнего текстиля «Тач».